Антонине Федотовой из Абакана 77 лет. У пенсионерки хронический гайморит. Женщина говорит, раньше гайморит ей лечили бесплатно промыванием и прокалыванием. Уже 2 года, как ей не прокалывают, а только промывают нос. Антонина спрашивает, почему отменили процедуру прокалывания и как сейчас лечат хронический гайморит. В Министерстве здравоохранения сообщили, процедуру прокалывания гайморовых пазух никто не отменял, и она остается бесплатной во всех медучреждениях АКСИ, но назначается лечащим врачом только по экстренным показаниям. Если в пазухах носа жидкости нет, а есть только хронический текущий процесс, то прокалывание не назначают. В любом случае нужна консультация лор-врача и снимок пазух носа и назначение лечащего врача.